За один день. Теперь и такое возможно. Если раньше на регистрацию требовалось от 5 до 9 рабочих дней, то теперь получить право собственности на недвижимость, взятое в кредит, можно в течение суток после подачи документов в управление Росреестра по Бурятии. Самое главное условие – они должны быть в электронном виде. Отметим это в 5 раз меньше нормативного срока. В перспективе Росреестр планирует полностью перейти на электронное взаимодействие с банками и кредитными организациями, в связи с чем управление рекомендовало банкам и кредитным организациям подавать документы для получения услуг Росреестра в электронном виде. Заявку можно оформить, не выходя из дома. Отметим, что проект «Электронная ипотека за один день» запущен Росреестром в прошлом году по поручению правительства России.